Так, ну и чего? Что это за гора такая? Надо, блин, еще кирку найти где-то здесь, я не знаю. Где это может быть кирка? Любопытно посмотреть. Так. Продолжаем. Папара-папам. Стирается? Нет. Летаешь? Нет. Бьешься? Нет. И три, что это за гора такая? Адовая. А стена стирается? Не похоже. Так, сначала стереть, говорят. Теперь ударить. Правильно понял? Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще пришли. Чё ты меня развернул в другую сторону? На тебя курица! Обоих уже отал. Красава. Так, красочку. Нормально. О, ага! Я вообще что-то видеть буду. Вы опять тут попрятали все, небось, да? Не, ничего не спрятали даже. Удают. Опять гитара. Так, на таких лучше вот так делать. Так, а тут что? Что? Ха-ха! Раз других комментариев нету. Ха-ха! Что здесь происходит? Так, это что такое? Сплодуш. Сплодуш. Так, они типа спят. И это хорошо. Когда они пробудятся, они будут взрываться. Так, ну я подозреваю, что можно краситься. Но это очень сложно сделать. Так, я, может, вот так хочу? Я зря это делаю? Ох, ё. Это стелсуха внезапная подъезла. Подлезла. Ну, хули я хотел-то. Создатель Deus Ex все-таки делал игру. Опять эти камеры. Так. Фак, какая-то фабрика. Осторожно, здесь может быть опасно. Да я уж понимаю, что здесь может быть опасно. Ах ты, мать твою. А это... Ага. Ай, бля! Так, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вырубайся.
Ага. Окей, окей, окей. Я, наверное, вот сюда встану. И буду ждать. Да? Есть, блядь. Ой! Так, что-то это была плохая идея. Ну да ладно. Это я заверу. Ну, мне нравится, как они здесь все сделали. Вроде бы Микки Маус. Вроде бы ничего такого. Да, алло! Можно я сам пройду-то? Ну, такой, знаешь. Интересно сделанный. Дальше будет порядок обычный. Какая игра должна быть такая? Аркадия должна была быть сегодня только потому, что у меня джойстик не работал. Но теперь у меня джойстик работает. Так что, что мне играть? По порядку. Наверное. Только когда это будет? Я чувствую, я еще пару стримов буду в это играть. Так, похоже на выход. Окей. Пацаны! Пошел. Ну, как и все игры подобные. Так, а здесь что? 176-726 набрать. У него что, жопа? Семь. Два. Семь. Да едить твою мать, ну. Семь. Два. Шесть. Нет. Семь. Два. Шесть. Я правильно ввожу? Семь, два, шесть. Хм, нет, что-то не то. Значит, наверное, ну... Я, блядь, тихо! Да в смысле ты... Как ты утонул-то, блядь, алло? Твою мать. Притырбин. Почему 13 часов? Откуда цифра? На сайте? На каком сайте? На котором пишут всякую хуйню? Типа, блядь, что среднее время прохождения контры, блядь, 12 часов? Или типа того? Не надо вообще этим сайтом пользоваться, они пишут хуйню. Fuck you, что ли? Или как он там называется? Там не всегда кому-то бегим. Что это вообще за сайт? Первый раз такой слышу. Ты смотри, блядь, проснулся. Упс. Я таким сайтам не верю. В любом случае. Ибо, ну... Каждый игрок по-разному играет. Кто-то вон вообще кричит. Я Resident Evil, блядь, ремейк прошел за 3 часа. Первый раз играл. Игра говно. Ну что, я должен верить этому человеку, что ли? Да, вот. Вот это оптимально.
Ну, о, контра проходится за 57 минут. За 57 минут, блядь. Кем она проходит за 57 минут? Так, и нахуй я сюда залез? Да, ну ёпт, не допрыгал. Причем здесь спидран? Контр максимум за 30 минут проходится. Максимум! За 57 она минут проходится, это суммировано, сколько ты там, я не знаю, наумирал и т.д. Заново перепроходил. Люди же они там пишут, типа это, сколько у них в общем времени это заняло. Я хз, я таким вещам не особо верю. Может, блин, все и 30 часов потратить на игру. Блять, ты серьезно? Да ну хорош! Да я ебу, блять. Чё оно исчезает? Не исчезай давай. А их можно просто ударить? Это не работает, это просто их сбивает с ног. Э, бля! Говно! Просыпайся и взрывайся. Давай. Кабум. Ютёк, кстати, взять спидрана умножить на 2, но это тоже не факт. Вот на 5! Вот на 5 это сам то. Ну да. Плюс на всяких спидранах в таких играх может быть, что они пропускают заставки. Если они пропускают заставки, это ну... Это ж дохера плюс тебе в прохождении. Просыпаешься? Давай. Я думал, они за мной бегать будут и взрываться, а они просто, короче, взрываются. Не так страшно. Да, алло. Кабум. Сюжет в тех же Бэтменах на минуточку, не 12 часов. Восемь. Максимум. 12 это прям пиздец какой максимум. Я за 30 часов... Да какие 30, блядь? Я за 3 дня. Сколько это? За 18 часов на 100% игру прошел. Какие 30? Я не знаю. Кто там, блядь, играет? Так, а я что, все закончил с этим уровнем, что ли? Пошли дальше тогда. Поэтому вот я таким сайтам не доверяю. Ибо пишут там все подряд. Где вы жопу-то увидели, я не пойму. Это яйцо. Где вы жопу-то увидели? Я не хардкорщик. Давно пора это уже понять.
Я просто часто играю в игры. Ты видел это лицо? Сука. Сколько страсти у этой собаки. Ты посмотри. Ты посмотри. Ты посмотри, сколько страсти в ней. Хозяин. Хозяин. Перестаньте вешать на меня этот бантик. А еще лучше покупать мне вот этот корм, блядь. Хуба! Блядь, нет, Серж. Что происходит? Что происходит? Не надо ничего падать тут. Кто? Кто черная летает? Вот эта птица? И чё? Ну летает она. И что, где она? На жопу похожа. На крыльях? Чё, блядь? Как вы вообще это увидели, я не понимаю. Лего. Ты еще этот купил бы, как его? Как там боссман мне этот? Реквест это давал, какая-то Лего там. Я, блин... Дальше второй или третьей миссии не ушел, потому что я нихера не понимаю, что от меня хотят. Там просто какая-то... Как эта игра называлась? Там какой-то сэндбокс, короче. Лего, я ничего не понял, короче, как это хер. Льда, наверное, Лего Worlds. Я не понял, что это за хрень. Игра называется «Любая игра от боссов». Да. Здорово. Excuse me, а? Нам нужно бы это пройти и к Освальду. Простите, но дверь сейчас типа закрыта. Питания нет, понимаете? Ну хорошо. А как ее запитать? Да если она будет работать, вы можете открыть дверь. Вы не можете открыть дверь, пока там эти блотинги бегают. Короче, враги. Избавьтесь от них и откройте дверь. Так, короче, вот здесь она питается где-то наверху. Там надо блок нарисовать, окей. А здесь еще есть этот... кирка. Где-то наверху. Которую гильда потеряла. Но когда тут добраться? Тук-тук. Мадфака. Так, а это где было-то? Ты че? Слышь, это шо? Окей. Окей. Ну, с вами разобраться тут вообще не проблема. Э, бля. Говно. Ну-ка шарахни. Бэх. Окей. Минус 2. Минус 3. Минус 4. Нормально, от этих избавились вроде бы, да? Да, там тупо бегать и строить. Я говорю, я не понял, в чем смысл. Я привык просто, что Лего это, ну... Такие игры, где... Идет какой-то все-таки сюжет. Так, а вот это подозрительно. Нет, не подозрительно.
А! Пиздам, шведы, блядь. Утопил нахуй. Да что ты там просыпаешься, дед? Алло, давай. Стреляй, взрывайся. Давай, я тут. Бабах. Так, это впечатляет. Так, теперь надо... Ты с этим разобрался, теперь надо питание установить в ворот. Ну окей, окей, окей. Передавай привет нашему лидеру, когда встретишь его. А я думал, надо питание восстановить. Че? Что-то я не понял немножечко момент сейчас. По-моему, надо вон туда залезть. Если я все правильно понял. Ох, нихера. Что-то двигается здесь. Выглядит так, будто надо что-то подвинуть. Что это такое? Э? Нет, здесь тоже не могу залезть. Как будто бы что-то не хва... А эти ящики двигаются? Угу. А вот это? Стирать? Не понял. Что это за секретная секретка? То есть даже стирать не пришлось? Да я просто выстрелил, обычно как бы на предметах остается краска. А тут что-то... Нихера себе. Дым. Так. Похоже, это какая-то игра. Но я не спортивный человек. Чё? А чё надо-то? А чё надо-то? Какая игра? Я тебя понял. Окей. Прикольно. Смотри, я в него выстрелил, и краска насквозь пролетела. И тут я начал заподозривать, что что-то не так. Так, а что с рукой с этой? Что она? Она стирается? Ух ты, блин. Ага, вот оно что. Ну окей, теперь мы можем залезть за киркой, видимо, да? Так, это закрась. Ой, а чё так можно? А чё они, чё они мне не говорят, блядь, вещи про управление? То есть, типа, если два раза вправо нажмешь, камера поворачивается вот так резко. То есть, немедленно ее надо поворачивать, а она прям такая... Ух ты, блядь! Так, это какой-то особый маршрут? Или что это? Окей, окей, окей. Нет, я давно уже ничего не смотрю. Так, что это? Ты, мать твою. Ага. А какой есть телевизор? Может не надо, может не надо, может ты, блядь, залезешь и будешь там сидеть? Ясно, понятно. Откуда начнем? Я все понимаю, там каждая серия, блядь, одни сплошные пасхалки. Ну, блин, у меня ни желания, сейчас ни времени нет. Что-то смотреть. Так, и на чем чекпоинт был? Ясно, понятно. Окей. Может закрасить эту руку?
Я решил, что в воскресенье не будет ничего. Как, в принципе, и до конца месяца. Как, в принципе, и в следующем месяце, скорее всего. Так, а это как работает-то вообще? А что оно здесь? Что оно делает, я не понимаю. Ух ты. О, картридж на спуске. А что за игра? Я такой не знаю. Там Микки готовит что-то. Причем есть Аркадию стримить. Так, а что? Мне нужно до конца месяца пройти Ви-игры. Чё ты решил, что не пройдешь их до конца месяца? Ну ты посчитай. 9 игр. Сколько дней до конца месяца? Из расчетов идеи, что... Скорее всего, в Аркадии мы будем дней 5 или 6 проходить, а может даже 7. А вот и посчитай. Так, что я сделал только что, я не понял. Я открыл эту дверь? Так. Я думаю, что гильда не так далеко исследовала эти горы. Если ты хочешь, то мы можем идти... За потерянной киркой, да, пойдем. А в апреле что? Ну, тебе это, конечно, не понравится. Ты будешь нудить опять по поводу этого. Так что я тебе не буду говорить, что будет в апреле. Тебе кто-нибудь другой скажет. И ты будешь нудить на него, окей? План идеальный, блядь. Я просто прям предчувствую, что как только я тебе скажу, что будет, ты мне скажешь что-нибудь из того, что ты обычно говоришь. Сейчас я сейчас проверю. Я сейчас проверю. Саб-месяц будет. Бля, у меня краска что ли кончилась? Твою мать. Слышь ты. Шел вон отсюда. Тыщу. Сильно, блядь, человек такой противоречие просто, блядь, ходячее. Он мне каждый раз говорит, что он приходит сюда ради меня. А теперь он говорит, если игры будут норм, то ок. Человек противоречия просто. Тихо-тихо-тихо. Это сначала на платформу. Да я понял, что эта дверь открывается вот так. Или надо было его еще пройти?
А что за прикол? Можно мы поиграем? Спасибо. Первая, третья... New Super Mario, по-моему. И все вроде. На чем я тебе его пройду? На том, чего у меня нет. Так, а телеки питают, ё-моё, я думаю, чё, зачем мне телевизор тут включать? На кой ляд мы сюда вообще поднялись? Ты куда? На эмуляторе свеча, который не работает? Отличная идея. Вернее, он работает, но он запускает одну игру, да? Cave Story, которая на пеку есть? Или что? Так. Ну, получается, мы здесь все сделали. Я не знаю, надеюсь, нас после того, как мы отсюда уйдем, нас выкинет в основной город. Потому что, ну, туда-сюда бегать я что-то не очень хочу. Он вообще не работает. Если PS3 эмулятор запускает игры, этот эмулятор нужно, блядь, с бубном танцевать, чтобы что-то включилось. Насколько я понял. Короче, это даже, блин, я не знаю, это назвать эмулятором, это... Симулятор, может быть. Этот кролик Освальд, да? Освальд везучий кролик. Это его имя. А? Он был актером? Так, название. Освальд был во многих мультиках. Он стал звездой. Пока его не забыли. Забыли, а что случилось? Ты случился. Ну, он здесь особо популярный. Конечно, Освальд правит этим местом. Ну, правил, пока катастрофа не произошла. Что, подожди? Кстати, я хрен знает. Такие игры большие, их, блин, на эмуляторе-то особо не поиграешь, что же еще. Я бы, блин, хотел Galaxy поиграть. Я понимаю, что я могу. На Wii. На той же. Но если бы не было у меня Wii, я бы как его играл бы? На вот этом вот непонятном эмуляторе, который хрен знает, как его настроить, потому что там надо целиться вроде как бы. То есть я буду сидеть с джойстиком и еще одновременно мышкой тыкать в экран. Потому что тут же, блин, не просто кнопки. Тут еще как бы расстояние вперед-назад, лево-вправо. Качнуть, повернуть, т.д. Тут, блин, хрен... Даже если оно работает нормально, не лагает, тут, блин, его хрен настроишь. Этот эмулятор. Я полвечера, помню, сидел, пытался настроить его тупо для игры этой, как ее... Umbrella Chronicles. Тупо вот только пострелять, чтобы. Бля, вы мне краски-то дадите уже, у меня все. О, спасибо.
Вот за это спасибо. Ты... Да? Ну... Чего там такое? Сейчас, секунду. Более-менее, но комп нужен мощный. Что у меня... сколько? 25-30 FPS он выдает. У Defender он нормально вроде работал, я видел. Настолько нормально, что я начал задаваться вопросом, а не в июле у него? Но он сразу сказал, что нет. Так, что происходит? Так, похоже, он тут этот, тот, с кем нужно поговорить. Туз, он туз. Он начальник. Начальник, а кругом... Надо было шестерки поставить кругом. Такой незаметный контекст. Кругом шестерки и туз стоит. Было бы охуенно. Да зачем здесь так много телеков? Здесь будет, короче, много мини-уровней. Так, и что это? А я могу сесть? Не, ну это трон, конечно, понимаю, да? Ладно, окей, давайте пойдем. Поговорим. С этим тузом пиковым. На самой Wii U сколько FPS? Ну, всяко больше. Я не знаю, я в Wii U не играл. Как обычно, 30, 50, 60. А, это ты! Ты его не увидишь, пока не пройдешь тесты. Очевидно. Так, первый проектор слева. Приготовься. Ты будешь наказан. Так, это что такое? Мы сейчас пойдем по мультфильмам Освальда? Похоже, да. Нам как раз три показали мультфильма в заставке. Троллейбусные неприятности. Один уровень про рыцарей будет, наверное. Нихуя. А можно я назад залезу? Блять, корову не сбей, алло. Сика. Так, корову надо перевести, слышь, алло. Корова, давай, уходи. Светай, корова. Ох уж эти лихие 1930-е, блядь. Ой, там надо будет сейчас прыгнуть, походу. Или не надо? Ой-ой. Не надо ускоряться. Я боюсь. О, блядь! Так, это я заберу вас. Спасибо. Браво, ты сделал это. Да я вообще молодец. Не, с контентом они тут постарались на славу. Я до сих пор не могу понять, как они запихнули это все в 4 гигабайта. Так, ну давай. Следующий, значит, уровень пойдем. Так. Great Guns какие-то. Готов ко второму челленджу? А что, варианты есть? Да на льда, когда вас нет, блять. Так, а что надо-то? Может, тебе колодку убрать?
Алло. Или это просто так? Типа, чтоб я наверх залез. Типа тут войну. Ай, блядь, нихуя, слышь. А где ты стреляешь? В какой дуге ты стреляешь? Давай. Ох, мать. Ох, мать. Тихо, тихо, не сдави меня. Да. Мультфильмы на военную тематику, это всегда, короче, жесть какая-то полная. Так, ты мне предлагаешь в пушку залезть или что? Или... Чего? О! Бум, нахуй! Не, а как это взять? Это я зря, наверное, да? Блин, ну не возьму теперь. Ну ладно, чё. Мульди Дональда придется убить просто потому, что он играл Гитлером. Нет, он был нацистом. Дональдак. В одной серии. Он делал бомбы. Там крайне ебанутый мультфильм. Он там посреди ночи Хаэль, Хаэль кричал. Во сне. Сука. Так. Suicide Blazer. Да. Этот мультфильм. Вот у меня где-то в ВК есть вроде в записях. Если я его не удалил. Ну это какая-то жесть, конечно. Да. Этот. Так, а это рыцарь, да? Ебать, здорово! Ты чё, блядь? Так, а это переключатель? Скоро ворота. Так, а здесь что-то есть? Ой, ой, нихуя! Так, это мы идем дальше? Это на выход, окей. Почему в шляпе? Ах ты, сука, нахуй, тихо, не надо меня трогать. Так, наверное, муль. Это что такое? Ну, это чертяка. Это типа принцесса была. Который он должен был по моему фильму спасти. Чего? Подожди, они на время, что ли, эти испытания или что? Что я не уловил? Освальд завершил эти в половину времени.
Бигруд Гинглай. Чего, блядь? Дверь в аудиенции с нашим бесстрашным лидером теперь открыта. Заходите. Это он самый величайший герой, с которым мы когда-либо встречались. Заходите. Я не совсем понял, что я сделал, короче. Тут есть вероятность того, что я сделал глупость просто. О, здесь что такое? Наконец-то мы встретимся с Освальдом, что ли? Это выставка. О, господи! Я Освальд! Я управляю этим городом. Пока ты не стал этой популярной звездой. Меня зовут Микки. Поверь мне, я знаю. Твое имя, как помойка за эти годы, что-то там... Бла-бла-бла-бла-бла. Я пытался сделать лучше с этим городом. Но началась эта катастрофа. С этими чернилами. И все пошло прахом. Катастрофа выпустила этих блотов. Так. Они пытались вырвать тебе сердце. Без этого сердца ты не... Чего? Ты меня похитил? Это не я, это безумный доктор. Есть сердце. Завтра в городе мы полетим, встретимся завтра. Чё, блять, заебали делать эти заставки, в которых я, блять, нихуя не понимаю, что происходит. Слишком быстро текст идет, я не успеваю перевести даже. Не то чтобы для вас, для себя. Ой, мы вернулись в город. Так, давай вернемся на Мин Стрит. Посмотрим, что там произошло. Так, проверить здесь чуваков для новостей. Я бы проверил телефонную трубку, потому что она мне сказала прийти и навестить ее. Она мне сейчас скажет, блядь, типа там есть еще один наверняка, да? Так, подожди, а где он живет? А, в моем... Не в моем... А что я, блядь, тут закрашивал здесь? Что происходит-то? Крашу, блядь. Смотрел серию. Ну. Так. Спасибо, что соединил меня с другим регионом Микки. Возьми эту сияшку. Окей, спасибо. Так. Угу. Все? Или ты мне скажешь еще раз сходить? Так, у меня тут кроссворд. Какое... Чего? Короче, слово из 7 букв, означающее ленивый. Lazy, я хуй знаю. Чё ты доебался до меня? Вот мне чё-то буду, блядь, сидеть кроссворд разгадывать. Ой, гильда, ты нашел мою кирку. Хорошо. Спасибо, что помог мне. Спасибо, Бигги, ты заслужил билетики. Спасибо. Чё-то еще надо тебе? Ой, солнышко еще дало. Блестяшку. Улыбашку! Давай. Короче, еще одна гонка. Только теперь в этом городе. 3, 2, 1, поехали. Ты-ди-ди-ди-п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 и.
Давай, давай, давай. Ой, пошла стоять. Ах ты, псина. Бля, музыка такая началась. Где ты? Мисс Адвенчур, Пиби Винтербаттон просто. Ха-ха-ха. Так, я успел. Отличная работа. Хорошая. Во. Давай еще искорку. Ой, красота. 6 уже есть. Походу, этими искорками можно открывать двери, что ли? Не знаю. Надеюсь. Так, можно вернуться-то? А что, в смысле, нельзя в город вернуться? А что мне делать тогда? Слышь, бля, алло. Не понял ничего. Чё ты хочешь? Так, большой сыр. Чего? Хочешь увидеть большой сыр, Освальд? А он весь забавный, как люди говорят. Чё, блядь? Чё ты несёшь за хуйню? Гуфи, дружище, ну нет пока запчастей от тебя, блядь, с удовольствием бы помог тебе. Это чё, вот это, кстати, было закрыто. Кларабель. Кларабель, кто это такая Кларабель? Чё это знакомое имя? Это тёлочка Гуфи? Кларабель. Нет? Так, у меня никогда не получается там... Это ты, я тебя вспомнил, все, мы с ней говорили. Она просила мороженое принести. Вот пирог. Так, доставь ему. Кому ему, подожди, я что-то, по-моему, проскипал. Понял, клуб Микки Маус, нет. Я не из этого поколения. Немножко ты, да, имей в виду. Клуб Микки Мауса был, когда мне, наверное, лет 14-15 было, может даже больше, я уже Микки Маус всяких не смотрел. Кто ждет-то? А, Хорос! Хорос! Хорос это в этом. Я говорю. Детектив! Хорос, детектив. Так, а что ж мне делать-то? Так, у нее дверь открылась. Это дом этого. А это не открывается? Так, эта дверь закрыта. Блять, тут я... Как мне вернуться назад? Серьезно, как вернуться? Ногами такого размера ты слишком быстрый. Это какой-то контекст я должен сейчас был уловить в этой фразе. Что ты хочешь от меня, игра? Пожалуйста, сообщи мне. Я хочу вернуться назад. Мин Стрит. Я не могу вернуться. Так. А как? Откуда я пришел-то? Или это мне туда нельзя вернуться? Подожди, это куда дорога? Нет, это сквозь зеркало, это не то. Это... Откуда я пришел? Я, по-моему, оттуда прошел. Пришел, где вот закрыто. А почему я не могу назад вернуться? Как мне назад вернуться? Эй, алло. Или мне нужно вернуться через какое-то меню? Да нет, вроде. Карта. Так, точка интереса в центре. Что за точка интереса? С Гуфи мне предлагаешь поговорить? Я чувствую Кларабель.
цветочницу отсюда. Что-то упало в ее дом не так давно. Интересно, что это было. В смысле, что-то упало в ее дом? Через крышу? Или ты мне... Или ты меня сейчас втираешь дичь? По-моему, мне дичь втирает, потому что я здесь уже все нашел. Ой. Здрасте. Господи, ай. Сердечки из трубы вылетают, ну обосраться. А не может ли это быть дом мини? Ну это не мини же дом. Ну не может быть такого. Но сердечки кругом. Я хер его знает. С кем мне надо поговорить, чтобы уйти отсюда? Так, никто не ходил на гору уже долгое время. И ты вернулся. Красавчик. Мой кузен никогда не так и не смог вернуться из Венчурленда. Интересно, с ним все в порядке? Мне откуда знать. Ты что тут, блядь? Эрза. Зачем ты вернул завоз там? Просто проходишь мимо. Если бы я был на твоем месте. То что? Точки интереса. Опять точка интереса. Блин, еще бы они показывали меня на карте, было бы вообще замечательно. Ядрить, как, блядь, выйти-то отсюда? Пиздец, вот это мы встряли сейчас. Может, над краской заебенить, я хуйню. Да не похоже. Да я же отсюда пришел. Ну а что они мне предлагают? Идти опять туда, что ли? Как вернуться-то? Я что-то не так делаю, может? Или я что-то не понял? Они мне сказали, вернись на Мейн-стрит, проверь, как там все себя... Это... Как там люди вообще поживают. Ну, это самое... Я не могу вернуться? Дверь не открывается. Я не виноват. Как вернуться? Тихо, блядь. Гуфи, скажи что-нибудь еще, что-нибудь умное прям. Еще не нашел мои части. Что я буду без них делать? Может, надо сесть в машину? Да ебать, что? Что ты хочешь, игра? Что ты хочешь от меня? Это кто такой? Че ты здесь стоишь? Хватит стоять здесь. Короче, фабрика закрылась много тому времени назад. Светлые цвета, пускай тебя не одурачат. Это было давненько. Оу. Раскрасить? Серьезно? Подожди, раскрасить? Как вернуться-то? Можно выбрать? Типа сделать активным, нет? Активно. Все активно. Хуйтельно. А, убрать весь цвет?
Ого. Интересно, а зачем? Ты какой-то подлец, походу, да? Ты подлец какой-то, да? Заставляешь меня заниматься какой-то херотой? Все какой-то мерзавец. А где ящик? Ну давай попробуем. И зачем мы всем этим занимаемся? Ну-ка. Ну я же все сделал, нет? Разве нет? Где этот пес? Э! Говна! Лопата. Это ты? Теперь это не будет привлекать слишком много внимания. Вот твоя искорка. Ну я такой для вида назад все сделаю. Чуть не все, конечно. Ну вот, крышу. Крышу починил, все. Так все-таки как мне назад-то вернуться? Я понять не могу. Так, здесь было как-то... Блять, игра! Ну, вот серьезно, мне что... Идти, что ли, блять, назад, вперед? Или это и есть назад дорога? Так, Михи, возьми трубку, это я. Я знаю, ты здесь. Убери собаку с газона. Чё, блядь? Не звони мне больше. Я не знаю, кто ты. Отстань! Все еще не работает. Блин, я не знаю, давай вперед идти. Да пошути некуда. Тупо некуда. Только вот это вот работает и все. Подожди. Я так чисто проверить. Может здесь где-то. Так, а второй где был? Вон там в стене, да? Вон в той. Не надо туда наступать. Здесь? Да куда ты стреляешь-то? Да, блядь, выстрели сюда! Хм. А куда распределители эти делись энергетические? Пропали просто? Ну ладно. Ну тогда больше у меня нет вариантов. Пошли туда. Что за херня? Тут помечено две дороги. А это что за квест? Что это такое? Слева от дома. Что это такое? Это от какого дома? Это вон там? Так там же ничего нет. Там тупик. И зачем мне туда идти? Бля, попробуем вперед. Я хз, может как-то можно просто вернуться? Или что?
А, ты серьезно? Ты, блядь, угораешь, что ли, надо мной? Да я, блядь, желаю вернуться. Твою мать. Чё за троллинг? Пиздец. Что, блядь? Так, лутай. Так, стоит ли мне забирать сверху там? Да не, не буду. Слишком много времени потратили на этот. Так, да, хочу вернуться на Main Street. Давай, возвращай меня. Щука. Так, окей, чуки. О, Освальд, а ты чё тут? Ты хочешь попасть в... чего? Ракета в будущем городе? Но есть проблема? Какая? Экран проектора не работает, гремлин Маркус пытается заняться этим снова. Ну, я чувствую, как это работает все. Я тебе удачу, конечно, пожелаю. Ну, хер у тебя пойми. Он попросит мне принести солнышки. Я прям чувствую, что сейчас вот эти солнышки, их прям нужно собирать, 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 чтобы открыть на уровне. Слышь, Маркус, чини давай, блядь. Заебал. Так, там понадобится... Да, искорки. Да у меня есть. Сколько тебе надо? Чем больше принесешь, тем... А. Понял. У людей можно искать. Ты можешь поспрашивать. 5! 5 поможет? Ты ебанутый? У меня ровно 5 и есть. Пиздец. Ты чего, блядь? Так, давай, делай. 5. Прикинь, а если бы я не собирал? Это мне пришлось бы вернуться, значит. Ты, блядь, хитрая игра. Секунду. Во, проектор все уже работает. Так, удачи, Микки. Tomorrow City, там запчасти от этого. Как его... От Гуфи. Так, здесь мороженщик. У меня, по-моему, у него квест есть. Надо ему что-то отдать. Пирог. Нет, не пирог. У него надо взять мороженое. Есть у тебя мороженое? Пошел в жопу. Нет мороженого, пошел нахер. No money, no honey. Понял? Козел. На чем? Тогда пойдем к этому. Где он? Сыщик наш. Великий, блядь. How to be detective. Здорово. How you doing? Так, кто-то забрал книгу из твоего офиса? Ты серьезно? Я не могу оставить свое агентство. Но мне нужно отыскать вора. Ты можешь отследить его? Я это... Тебе спасибо скажу. Я думаю, что вор ушел и оставил следы. Может, ты пирог у меня заберешь? Слышь, товарищ. Так, проверь во всех тенях. И... Под каждым... За каждым углом... Детектив Микки один. Я прям чувствую, что книгу воровать у него будут и не раз. Корабль послал меня... Что? Что это? Ой, пирог! Как
каждый год. Это не ее вина. Спасибо, Микки. Че? Вот тебе искорка. По сепке. Интересно, что я искорки потратил, но, короче, в итоге они у меня все равно в кармане. Это очень интересно. Так, как мне его отследить? Камера, ты будешь вращаться сегодня, пожалуйста? Как это работает? Мне надо... Так, а и что? И они стираются. Ага, я вижу. Все, я понял. Я не буду тратить краску. Бля, ребят, мы ищем Спайдермена, кажется. Че за хуйня? Он ушел по стене? Это как вообще? Это законно? Я себе. Ой, кто это? Кто это? Кто это? Ну здорово. А следы-то к тебе ведут. Падла. Ой! Ты что, следил за мной? Книга? А, книга Хорреса? А, это похожая книга. У тебя нет доказательств. Нет никаких что-то улик против меня, что это был я. Ты должен бегать и детективную работу выполнять. Или ты можешь купить другую книгу. Чего, блядь? За 50 билетов? Чего, блядь? Хочешь купить? Нет. В смысле? И в смысле я буду здесь? То есть я должен из своего кармана отдавать тебе деньги? Ты охуел, что ли? Может, тебе в ебальник сунуть и забрать? Ты ж нихера. А ты не думал, Микки, что у него там какая-нибудь это заначка в книге там? Я не... А ты ему, блядь, реплику сейчас подсунешь, он откроет, а там бухла нету. И чё, блядь? Он же это, он же детектив, он догадается, что что-то не так. Эх, Микки, Микки, что ты делаешь? Ой, ты нашел мою книгу, спасибо, вот тебе еще искорка, как компенсация. Ой, спасибо большое, Микки. Угу. Я надеюсь, у тебя ее больше не своруют. Тебе больше ничего не надо. Мое агентство не преуспевает все еще, че, блядь? Я близок к тому, чтобы узнать. Я не так близок к тому, чтобы узнать, что случилось с собакой из Big Great Tomorrow. Я хуй знает, где это. Так, если ты направляешься в Tomorrow City, может, ты поищешь улики? Ошейник, например. Окей. Ну ладно, квест добавился. А нам что, нам жалко? Мы там будем. Поищем. Ну, не поищем, посмотрим. Так. Квестов больше здесь нету. Вот именно тут. Так. Пленки. ЭХЗ. А, это все, что у меня есть, что ли? Пленки, Гуфи. Пожди. Секунду. Хм. 4 активных задания. Это что такое? Что это происходит? Они любят Микки Мауса? Ха-ха, понял. Здорово.
Что хотите? О любви. Тут некоторые люди говорят, что ты сильнее, чем выглядишь. Это что, мини замаскировалась? По-моему, это похоже на мышь слева. Только какая-то слишком высокая мышь. Тебе пленки-то нужно было отдавать, я не помню. Здорово. О, принес пленки, окей, специально. Опа. Мультик можно будет посмотреть? В меню экстра? Серьезно? Ой, нихера. Вот это по-серьезки сейчас. У нас только что открылся мультик про Освальда. Тот, в котором про рыцаря. Мы там были недавно. Так, ну окей. А почему он меня любит? Он же это... Я же его бешу. Нет? Ты уже вернулся? Нет, я еще даже не ушел, подожди. Что там Плуто было? Плутония. Плутопия. Мне нравится картинка. Этот... Гидрант. Гидрант, блядь. Да, город будущего. Плутопия, блядь. Там все собаки кругом или что? Так, мне падать вниз нельзя или что? Я не понимаю, на чем мне тут можно стоять, на чем нельзя. А, здесь можно стоять, окей. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-пу-бум. Ту-пара-ро-па-пам-па-пам-па-ра-па-па-пам. Ядрить, тут минимализм просто процветает. Бля, я хп потратил. Так, что там? Что там наверху-то? Тихо, блядь. Уху! Здрасте. А вы кто? Кисонька. Здравствуй, кисонька. Не, это пока дорога. Туда только. Так, нихера, это как только допрыгнуть-то? Вот это я вовремя пошел. Прям прочувствовал. А можно на этот тесак вставать? Ну-ка вопрос. Проверить. Нет, нельзя. Блять, хорош. Да нихера я не допрыгиваю. Кися, подбрось меня наверх. Кися. Кися! Интересно. Не, вот с этой стороны можно допрыгнуть. Если вовремя прыгнуть. Блять, при чем здесь кошка эта? Я не понимаю. Кошка эта. Чего она тут стоит? Я не понимаю. Красиво. Да, в смысле? Я даже... Да иди ты нахер, говорю. Так, 2 хп, не помереть бы. Так, а это уже все, да? Окей. Город будущего сейчас будет. А вот этот уровень просто, это типа, видимо... Воображение Плута. Или типа того. А что за город будущего? Тут это Дум будет. Тут Дум будет. Доктор Дум.
Чё? Наутилус? Затонул давным-давно. И это отвело нас в город будущего. Чего, блядь? А, сделал так, чтобы Наутилус всплыл. Так, последний раз здесь видели Гуфи от аниматроника. Ага. Он направлялся сюда. Зачем-то. Непонятно зачем. Так, эти краны. Ага. Вытащит субмарину на поверхность. Ну, когда случилась катастрофа, что-то их забросили, видимо, да? И я должен все починить, покрасить. Как там? Подкрасить, подмазать, подмаслить и т.д. Так. Небольшой перерыв сделаем. Ладно, надо ноги размять, что-то.